Здравствуйте, поставьте. Еду вчера вечером домой, впереди меня едет машина и постоянно виляет. То ограждение с правой стороны чуть не собьет, то во встречку целится тоже несколько раз. Встречные шарахались от него. Ну, я думал, что начал подозревать его, что он пьяный за рулем. В зеркало смотрел пару раз, ну, вроде мужчина лет под 60. Короче, надоело мне этот цирк смотреть, я позвонил дежурку в ГАИ. Те сказали, примем к сведению, спасибо за звонок. Еду дальше и думаю, сейчас лежу в заднее зеркало, думаю, сейчас будет погоня, перестрелка этого водителя будут. Вытаскивать с машины, мордой в пол, блин. Вот вы не поверите, вот все точь-точь, как я себе и представлял. Вот погоня, сирена, блин. Вот чуть ли не авария здесь, короче, вот. Вытаскивание этого водителя из машины, блин, наручники, мордой в пол. Ничего этого не было. Вообще. Проехали мы 20 километров за город. Я свернул к себе домой, мужик поехал дальше. Что там дальше с ним было, я не знаю. Доехал он к себе домой или что-то, может, его там где-то дальше поймали. Я не знаю, но факт то, что сзади нас никто не преследовал, никто, никакой погони, ничего не было. Блин, ну водитель реально то ли пьяный был, то ли что. В салоне люди сидели, ну не шевелились, правда. Но видно было, что головы торчат. Вот такая вчера у меня была история. Подписывайтесь на наш YouTube-канал. Наша группа ВКонтакте, наш Инстаграм. Ставьте лайк. До новых встреч.